Возмутительный случай произошел в многопрофильной больнице Петропавловска. Там пациенту травматологического отделения принесли в палату полдник не в тарелке, а выложили порцию еды прямо на тумбочку. Мужчина возмутился таким отношением к себе, снял на видео сотрудницу больницы и выложил видео в интернет. Запеченная. Да, вот это полдник. Я вот вас сейчас в данное время снимаю на видео. Хорошо, снимаю. Полдники кто раздавал? Вы раздавали? Я раздавала. А почему мне положили, как собаки, на тумбочку? А куда тебе должна положить? Мужчина? А что, тарелки при этом не раздаются? Нет, нет, тарелок у нас нет. За несколько часов это видео набрало 1000 просмотров и негативных комментариев. Данное медицинское учреждение в регионе является далеко не образцовым. Неоднократно в адрес больницы звучали жалобы по санитарному состоянию палат. О происходящем руководство лечебницы узнало также из социальных сетей. Они отмечают, что было неприятно удивлены поведением своей сотрудницы. Женщина проработала санитаркой здесь около 10 лет. Данной сотруднице был вынесен выговор, и она переведена на другое место работы. Пациентам были принесены извинения, как она же говорит, что у него не было своей тарелочки, и его самого в этот момент не было в палате. Если бы был, он бы дал, наверное, тарелочку. Просто она поленилась пойти. У нас достаточное количество имеется. Наверное, в виде тарелок.